Привет, друзья! Я Людмила Лазарева, и я вместе с вами регулярно, каждый раз улучшаю и восстанавливаю себе зрение. Кстати, началась осень, самое-самое время, когда зрение у нас у всех снижается. Сейчас самое-самое время, когда такие сумерки постоянные, когда мрачно и хмуро, и зрение у людей начинает резко садиться. Обратили внимание, да? Сегодня я расскажу вам, как улучшить себе зрение, не работая с мышцами глаз. Что нам нужно для этого? Излюбленные мои зубочистки. Одна штука. Именно это упражнение, которое я вам сейчас покажу, оно улучшает также и мозговую деятельность. Ставим зубочистку на кончик носа. Слегка-слегка надавливаем на зубочистку. Замерли. Держим зубочистку таким образом секунд 10-15. Традиционно в конце секретный секрет. И обратите внимание, прямо вот здесь, вот где надбровные дуги, где глазные яблоки, у нас сразу началось какое-то шевеление, что-то там внутри происходит, да? Вы чувствуете, вот надавливаем, да, что-то происходит. Вот здесь вот в мозгу происходит что-то, вот сюда вот у нас идет. По спирали продавливание, по расходящейся спирали прощупывать таким образом кончик носа. Сначала самый-самый кончик, да, потом начинаем двигаться шире нашу спираль, крылья носа захватываем, крылья носа захватили, вот эту вот перемычку у нас здесь захватили, да, расходится у нас, расходится по спинке носа пошло у нас, по губам у нас пошла зубочистка, по переносице. Под глазами, только осторожно, ради бога, осторожно, осторожно. По щекам прошлись. Теперь вот здесь прошлись немного, в височные впадины. Причем обратите внимание, как только вы чувствуете, что где-то у вас какая-то болевая точка, остановитесь и несколько раз вот так вот именно в этом месте потыкайте зубочисткой очень аккуратно. Не так, чтобы было «ай, как больно», чтобы прорвалась кожа и прорвалось мясо, и чтобы потекла кровь. Не дай бог, вы что? Нет. Вот здесь зубочистка и височная впадина. И вот здесь, где у людей считается, должен быть третий глаз. Оживляем наш третий глаз. Теперь еще одна важная штука. Кончик языка. Высунули язык, зубочистку на кончик языка. Приставили и немного надавили. И подержали так секунд 10-15. И почувствуете, сразу у нас энергия пойдет в глаза, вот сюда в мозг. После этого упражнения, после вот этого вот продавливания кончика языка, у нас моментально включается иное зрение. У нас более яркие краски становятся. Мы видим мир чуть-чуть, но иначе. Секретные сведения рассказываю, очень секретные. Мало кто знает, и мало кто об этом говорит из специалистов, кстати говоря. У любого человека примерно 45 минут у нас нормальное зрение, и минуты на 3-5 у нас после этого зрение слегка падает. У всех абсолютно. Те, у кого зрение улучшается, оно улучшается. Через 40 минут оно может слегка упасть, но следующие 40 минут оно опять поднимается. Уровень зрячести нашей, так скажем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте написать в комментариях, работает эта система или нет. Только честно проверьте это на себе. Всем пока, увидимся!